все улыбаешься. Ну, улыбайся. Улыбайся, голубочек ты мой. Сколько мы с тобой прожили, ни разу злости не показал, не ударил. А я ж на тебе и покрикивал. Дурная была, молодая. Рано ты улетел от меня, голубочек ты мой. Покинул меня одну. Не нажилась я с тобой, не натешилась я. Степа вот приехал, сынок наш. Хочет в город меня забрать. Квартиру он получает, так чтоб 3 комнаты дали. Надо, чтобы я с ним жила. Вот и не зовет. Кажется, хоть поживете с удобствами на старости, пока здоровье есть. А вот сердце у меня совсем плохое. Плохое, плохое. Ночью лежу, чую оно. Потухкает, потухкает и станет. Ну, а тогда опять. Тук-тук, тук-тук. Помру еще тут одна. Так поеду я, голубочек мой, а? Поеду. Ну, мама, прощайтесь. Надо ехать. Ну как там Генке служится? Да вроде к концу дела. Скоро придет. К нам гости не собираются. Вряд ли. В институт поступать будет. Ясно. Ну, привет ему передавайте. Пускай не забывает. Спасибо. Ты будешь в Минске, заходи. Угу. Ну, здорово, Степан. Здоров. Что, лучшую активистку от меня увозишь? А ты молодых запрягай, нечего на старухах ездить. Да где они, те молодые? Уезжаешь от нас, Тимофеевна? Ага. Уезжаю, Грищенко. Уезжаю. И, Грищенко, смотри. Девчат от моих не обижай. Коли кому надо коня или двор, так ты не обижай. Не беспокойся, Тимофеевна. И за березками смотри. Там же и в память твоего батьки березка посажена. И там будет порядок. Даю слово. Thank you.
Да, Анна Тимофеевна, не до вас далеко. Ну, не скажи. У меня мама жена стрепуха, тоже что надо. Особенно ей даются сосиски в целлофане. И пельмени из пачки. Мне просто некогда. Да. Анна Тимофеевна, прежде я могла хоть в воскресенье что-то приготовить, а сейчас, как назначили меня зав. отделом. Кормить больше некому. Зато зарплата у меня больше. Ну, ешьте, ешьте, детки. Ешьте. Сейчас я за обеды возьмусь. Только плита у вас плохая. Тогда еще поставила бульбу. Она все не кипит. Ну, конечно. Никогда не закипит. Почему? Потому что вы поставили ее не на ту конфорку. Посмотрите, вот. Включили вот эту? Вот. Нет, вот эту. А надо было вот эту включить. Понимаете? Нет, пока. Пока нет. И смех, и грех с ней. Как ребенок. Ну что ты, человек никогда не жил в городе. Ничего, привыкнет. Ты бы ее к лифту приучил, а то она одна боится. Приучим. Вот как я устроился, Егорушка. Соскучилась я по деткам. И они тут без меня маялись. А скоро и Геночка, и солдат вернется, внучек наш. В тебя пошел. Все капельки твои пособирал. Коня в 6 до 7. Известный перевод коня в испанской партии на ферзевый фланг. С тем, чтобы оттеснить слона белых с поля d3 с диагонали a2g8. c23. Необходимо открыть поле для отступления слона. Конь c7. Ой. Отводится и другой конь. Геночка. Бабушка. Родной ты мой. Бабушка. Моя родная. Бабуль. Родичи дома? Да нет, на работе, Геночка. Так, хорошо. Да ты понимаешь, я не один. А с кем? С другом? Да, с другом. Я, бабуль, это... Женился. Женился. Да ну! А что ж ты батьке с маткой ничего не написал? Ну так получилось. А жонка где? Да там, внизу стоит. Стесняется. Стесняется, стесняется. Надо было раньше стесняться. А ну-ка беги за ней, быстро! Беги! Я мигом, бабуля. Беги, беги. Ах ты, Господи! Mm.
Может, не так все и страшно, как тебе кажется. Ему в институт надо, а он... Я представляю, какое счастье он привез. Кого-то можно найти. Вот и посмотрим, а? А как мы разместимся? Он подума? В трех комнатах как-нибудь. Прекрасно. Мы из гостиной. Третью спальню сделаем. А может быть, она уже в положении? Ну, конечно. Ой, я не могу. Я не могу. Они что, рассчитывают, что я буду за ними увиваться, что я буду пеленки стирать? Нет. Оля. Пусть мне ждут. Ну, а теперь давай по порядку. Почему раньше не сообщил? Ваш новый адрес я только в последнем письме получил. О свадьбе могли бы и телеграммой. Понимаешь, свадьбы как таковой не было. Свет работал у нас в полку, в библиотеке. Дружили с ней все время. Я уже демобилизовался, ждал самолета. Тут тревога. Полк подняли по команде. Никого не осталось. Ну, я зашел в библиотеку. Дай, думаю, почитаю чего-нибудь. А там Света сидит. Я ей говорю, поехали со мной. А она взяла и согласилась. Как-то так все стремительно получилось. Как ваши родные к этому отнеслись? Папа еще ничего не знает. То есть как? Он у меня на учениях. Он командир полка там, где Геник служил. А вообще, знаете, у нас в доме командует мама, так что возражений не будет. Мама как? О, мама. Мама меня понимает. Ей вообще всегда нравился Геник. И потом, знаете, ей тоже не хочет, чтобы я всю жизнь в глуши просидела, как она. А чем вы здесь хотите заниматься? Ой, пока не знаю. Это вы знаете, какое серьезное дело? Я не знаю. Вообще, наверное, учиться пойду. В театральное, может. А вообще, знаете... Мне хотелось бы чего-нибудь такого. Ну, в общем... Мы еще подумаем. Да. Ну, за новую семью. И чтобы, как говорится, вы жизнь прожили, так сказать... За жизнь! Да. Олечка. Оля, будьте здоровы. Все будет нормально. Мам. Чем уж мне не опеть, чем уже не гудеть, али у моей хаточцы пора докидеть. Бабуля, с тобой не соскучишься. Мам, у нас же еще не веселье, а так просто. Обед. Надо веселье справить, положено по закону. Ну что ж, можно и... По закону, а? Только не надо никакой помпы. Соберу ребят, посидим вечерок, попляшем. Так, Светик. Ну, если папа и мама будут не против, то я с радостью. Ну, что вы, напротив, мы очень рады. Слушай, это правда, что тебя из тайги привезли? Неправда. Меня привезли из Парижа. Ну как ты тут, бабуля? Освоилась? Все доброе, Леночка. Я в армии каждый день твои борщи вспоминал. Вспоминал, значит, бабку. Ну а как же? И деревню нашу. Как там? Из пацанов еще остался кто-нибудь? Ну, Васька Шевчук женился. Механизатором работает. Стасик Рабцевич на агронома учится и тоже в колхозе. Добро живут. У нас теперь молодым все условия. А Валерий Ксакович и Валик Войцеховский в Минске, а где? Спрашивал Степа, так он знать не знает. Дивно как у вас. Соседи в одном доме живут, и то один одного не знает. Да, бабуль, тут так. Ты нам лимончика нарежь, а? Ну, Гена, надо же было дощечку дать.
Анна Тимофеевна, и потоньше надо. Смотрите. Вот. Вот. Ну все, мы пошли. А может быть, чайку попьем? Нет, нет. Надо же вам дать побеситься в волю. Бабушку, не обижай. Счастливо. Правда, говоришь ты во сне, мы не можем проститься. Привет. Привет. Что новенького? Ничего особенного. Успешно завершаем третий курс. Отстал я от вас безнадежно. Захочешь, догонишь. Зато у тебя очень красивая жена. Нравится? Разве она может кому-нибудь не нравиться? Анна Тимофеевна, ну зачем же вы? Идите спать. Вам Степа уже постелил. Оля. Дайте фартук. Да я не заморилась. Спокойной ночи. Устала? Нет. Мам, ты уж прости, что ты... Да что ты, Степушка, что ты? Даст Бог, все хорошо будет. Молодые легли? Да где там? Каждый раз, когда вокруг танцуют, каждый раз ищу тебя такую, как тебя. Создали мне мечты. Каждый раз из музыки света, каждый раз со мною рядом где-то, каждый раз вдруг возникаешь ты. Я же тебе говорил, то ли еще будет. Сегодня мои видения вдруг обрели явно плоть и кровь. Остановиться прошу мгновение и не продлить этот новый год. Я тебе расскажу, как я долго жду тебя. Рим. Дамаск. Париж. Угу. Была нелетная погода, сидела там целую неделю.
А это меня на штурм сфотографировало. Угу. Вот это профессия, я понимаю. Профессия как профессия. Вкалывать знаешь, сколько приходится? О, можешь попробовать. А что? Внешне тебе подходящее. Сколько тебе лет? 18. Ну, сам перспективный возраст. А что? Это разве так просто? Нет, совсем не просто, но начальник курса мой друг. Могу тебя с ним познакомить. Ну, а дальше как сумеешь. Сейчас как раз набор идет. Ой! Вам помочь? Спасибо, спасибо. Сама. Детки! Что, бабуля? Идите снедать, я драников нажарила. Идем. Здравствуйте. Доброе утро. Привет, бабуля. А сама? Ешьте, ешьте, детки. Пор с голоду не умирает. Мне что-то не хочется после вчерашнего ужина. Хо-хо. Может, хватит по чужим столам вечерять? Пора и про дом подумать. А мы, бабушка, не чужие. Мы на своей гуляем. Мне родители присылают, и еще будут присылать. Да-да. А ты бы их приберегла. Мало ли что в жизни понадобится. Да и хватит на батькову присылке жить. Пора своей копейке подумать. Ой. До своей копейки, бабуля, нам еще далеко. Бабуля! А ты это сама взяла в голову? Или чьи-то разговоры повторяешь? Леночка, я хочу, чтобы у вас все хорошо было. Ты вон когда солдат пришел, а с батькой с маткой еще не поговорил, как дальше жить будете. Понял, бабусь. Поговорю. Говорят, настало время внести ясность в нашу жизнь. Кто говорит? Бабушка. Вообще-то давно пора. Ну и когда же вы собираетесь? Мотыльками? Почему? Будем учиться. А жить на что? Светки присылают. Ну и вы, надеюсь, поможете. А ты уверен, что тебе нужна наша помощь? То есть как? Раз завел семью, так и отвечай за нее сам. Ты пойми меня правильно, дело не в деньгах. Просто для вас будет лучше, если вы сами о себе начнете заботиться пораньше. Я и Светиным родителям об этом напишу. Кстати, экзамены в театральное закончились. Что у нее? Не прошла. Понятно. А у тебя? Буду пробовать политехнический. На дневное? Да. Там же конкурс, а ты еще готовиться не начинал. Так уверен, что поступишь? Тогда давай так. Устраивайся на работу и поступай на заочный. Конечно, будет трудно. Особенно, если еще и дети пойдут. Только прошу вас учесть одно. Плечи нашей бабушки не настолько могучие, чтобы выдержать две семьи. Ну уж тут, сыночек, не распоряжайся. Ваше дело работать, учиться, все остальное мое. Да нельзя так. Когда-то батька отделял женатого сына, так выправлял не с пустыми руками. Мама, я начинал с нуля, и время было труднее. Ну, сыночек, делай, что хочешь.
а Генка будет со мной. Бабушка, не надо. Папа прав. Кто там прав, кто не прав, не тебе судить. Будет так, как я сказала. А не очень я круто сниму, а? Да. Если у них это серьезно, семья крепче станет. Что, бабуль, и тебе не спится? Какой там сон? Взбаламутила всю семью, сама не рада. Бабуль, ты здесь ни при чем. Ну как это ни при чем? Из-за моего дурного языка и тебе от батьки под горячую руку попало. Отец прав. Ну правильно. Вот и иди разгружать вагоны, чтобы папочке хорошо жило. Вот вам, детки мои. Возьмите нараживку, пригодится. Пенсию буду свою вам отдавать. Только учитесь. Да ты что, бабуль? Ты что? Я и так каждое лето на твоей шее сидел. Так ты ж мне как по дому, по огороду помогал. Что бы я без тебя делала? На, возьми. И теперь буду помогать. Не надо, бабуль. А что? Может, в самом деле? Пойти в грузчики, а? Зарабатывать буду, как профессор. Заживем. Да, заживем. Сколько сейчас? Около 9. Мне нужно точно. Позвони 088, спроси. Скажите, пожалуйста, который час? 8 часов. Спасибо. Ты чего? Так, ничего. Куда это в такую рань? Трудоустраиваться. Ты в грузчике, я в стюардессе. А что так скромно оделась? Больше доверия. А-а-а, мудро. Тверо, ты хоть позавтракай. Не вижу меню. Не знаю, сколько здесь стоит завтрак. Ну, знаешь ли. Что? Вась, ну теперь попробуй. Подожди, не идет. Пешочком, бабуся, пешочком. Ремонт. Я бы его вообще закрыл. Ездить не умеют. Ага, всю дорогу чинить надо.
Здрасте. Здрасте. Возьмите, пожалуйста. И помогите своей бабушке подняться, там лифт не работает. Геночка, зачем ты? Я бы сама. Сама. Все ты сама. Скорая! Примите вызов, пожалуйста. Женщина, сердце. Немига. 38. Квартира 160. Михасева. Как мы сегодня? Вроде полегчало. Может, домой отпустите? Ну, о доме вы пока и не думаете. Это уж совсем никуда не годится. Если вы будете свое больное сердце поливать слезами, оно у вас никогда не придет в себя. Доктор, миленькая, ну, что я могу поделать? Взять себя в руки и ни о чем не думать. Только так. Будем надеяться, что на этот раз все обойдется. Но помните, у вашей матери очень больное сердце. В любой момент может произойти самое худшее. Подумайте, как с ней быть после выписки. Необходимо исключить все домашние перегрузки. Никаких отрицательных эмоций. Если дома будет трудно с уходом, подумайте о пансионате. У нас в Ольховке есть прекрасный пансионат. Она же у вас заслуженный человек. Для ее здоровья это было бы просто идеально. Спасибо. Все нормально, бабуля. Работаю на заводе. Подал документы в политехнический. Скоро отпуск. Буду поступать. Молодец, Гена. А Света как? Нормально. Учится на стюардессу. Будет летать по всему Союзу. А может, даже и за границу. Не мужик ты, Гена, я тебя полежу. Она будет, бог знает, где у меня биа, ты один на земле. Куда же это годится? Ну, что делать, бабушка? Надо кому-то и в небе. О, детки мои, детки. Ну, что ты, бабуля? Ну-ну-ну. Едешь надолго? Думаю, что да. Так как же с бабушкой? Пока не знаю. Ты не знаешь свою мать? Она взвалит на себя все хозяйство. Одна я с ней не управлюсь. Нагрузит сетки, пойдет по лестнице. И кончится тем же. Может, все-таки подумать о пансионате? О богадельне. Ну ты что, не был в Ольховке? Это же прекрасное место. Лес, озеро. Чудный воздух. В пансионате хороший уход. Прекрасное питание, отдельные палаты. Твоя мать больной человек. Кто за ней будет смотреть? Ты, что ли? Я извини, я не могу. Я занята. У меня в это лето 3 смены экспозиции. Я просто не могу. А если что-то случится, она даже по телефону не сможет позвонить. Что, Генка со Светочкой? А у твоего шефа, между прочим, там отец и очень доволен. То, что может мой шеф, мне не под силу. При чем здесь ты? Твоя мать ветеран войны. Ну, я не буду наводить справки. Наводи. Yes, please.
все говорят, что я просто создана для этой формы. Да? Да. И он так говорит. Кто? Он. А, это Володя. Штурман. Между прочим, он берет меня в свой экипаж. Да? Да. Здорово. А я разве не говорила тебе об этом? Нет. Ты, между прочим, не подумай ничего такого. Ну что ты, я ничего не думаю. А почему бы тебе не пойти учиться в авиаучилище? Ты знаешь, как летчики зарабатывают? Много? Конечно. И это тебе известно. А что? Да. Ольгу Павловну? Минутку. Мам, ты дома? Пельмени купили? Нет. Алло, да, я. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Так? Так. Простите, с какого числа? Нет, нет, она вот-вот выписывается из больницы. Благодарю вас. Будьте здоровы. До свидания. Ольга Павловна! Чем ошарашена, мам? Бабушку должны определить пансионат. Но ведь мы же с ней еще не говорили. А вдруг она не захочет? А ты считаешь, что здесь ей будет лучше, да? Так считаешь? До сих пор не было. Самое... Да? Зачем нужно было обещать все? Позвольте, всего да подожди, товарищ! Товарищи, вы же нам ничего не поставляете. Да как же? Нет, у меня то же самое. Нет металла. Правильно, нет металла. А теперь в оправдании находите сотни причин. Такая ситуация повторяется у нас каждый месяц. Да перестань. Нет металла, нет бетона. Точно заказывал. Того, жду. Что нужно, никогда нет. Почему нет? Вы это у меня спрашиваете? Оля! По-моему, мы поставщики... На... Здравствуй. Да погодите, товарищи. Как мама? Не надо спорить, сейчас нужно подумать, как выйти из домой. Лучше? Действительно, надо разобраться, а потом уже... Ты поговори с врачами, пусть не торопятся. Давайте не будем сгущать. Ладно. У нас же есть неиспользованные элементы. Как молодежь? Не вспоминайте. Вот да, давно обещал. Да я никому понятно. Ничего не обещал. Понятно, да, говорю. Ваша подпись. Ну, я не... Да нет, тут еще самый разгар. Ну вот, бабушка, здесь все написано. Спасительница вы моя. Дай вам Бог здоровья. И вам того же желаю, бабушка. Ваша невестка просила позвонить, за вами заедут. Не надо, миленькая. Рассказали мне, как добраться. Ну ладно. Пошлю нянечку. Она проводит вас до остановки. Не опоздаешь? За мной заедут. Штурман Володя? Угадал. Ты бы ему хоть за бензин платила. Я в кредит. А если счет предъявят? Расплачусь. Бабушка! Прискакала. Бабуля, что ж ты не позвонила? Внучек мой. Ну, а если бы опять лифт? Ничего, ничего, все хорошо. Светочка. Иду. Пойдем, посидим немножко. Пойдем. Вот так. Ну, как у вас? А где батька? Приехал. Приехал. Да нет еще. Ты-то как? Хорошо. Как самочувствие? Все хорошо. Хорошо, что дома. Легче дышать стало. А ты как, Светонька? Ничего. Давно тебя не видела. Красавица. Ишь ты. Ишь ты. Красивая. Ой, ну бабушка, я же за вами по всему городу гоняюсь. Вы представляете, я позвонила в больницу, говорят, выписывается. Я на такси туда, а бабушке-то след простыл. Ох уж это бабушка! Меня нянечка до троллейбуса довела. Зачем? Зря. Машину гонять. Дело очень срочное, Анна Тимофеевна. Алло? Дома? От тебя? Да. Уже выхожу. До вечера. Обедать буду там. Кто это ей звонил? Личный шофер. Кто-кто? Мама, это наши дела. Гена, ты бабушке не говорил? О чем? О пансионате. Нет, бабушка только что приехала.
Ну вот. Анна Тимофеевна, вам врач дала какое-нибудь предписание? Ага. Бумажку. Так. Запрещается поднимать тяжести, ходить по лестницам. Рекомендуется режим лесной воздух, избегать волнений. Так. Анна Тимофеевна, вы сами понимаете, что дома это практически невозможно выполнить. Понимаю. Ну вот, мы вам выхлопотали место в специальном пансионате. Прекрасное место, на берегу озера, в лесу, недалеко от города. Анна Тимофеевна, утром оттуда позвонили и сказали, что надо сегодня прибыть, иначе место может пропасть. Понимаете? Я и сама не ожидала, что все так быстро уладится. Ну так как? Нет, 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 если вы не хотите, Анна Тимофеевна. А мне там и правда. Спокойнее будет. Да и вам, детки мои, хлопот меньше. Делайте так, как вам лучше. Мне там хорошо будет. Да мне всюду хорошо будет. Ну, как тебе тут? Хорошо. Чего тебе одной сидеть? Выйди к людям. Ты из столовой захватывай им крошек. Приучены. Вот эта журналисткой была. Показывала фото в молодости. Ох и красавица. А он начальник треста. Вышли на пенсию, ну здесь и поженились. И живут как, дай бог всем молодым так ладить. А этот вот директором завода был. Два сына у него. Приезжают проведать на Волгу. Вот этот одинокий какой, он тот. Дочка ездит где-то далеко, очень редко навещает. Каждое лето обещает приехать в отпуск, и все никак не получается. То с работы не отпускают, то по путевке в санаторий ехать надо. А он ждет, волнуется. Уж лучше бы не обещала. Моя родная, мне видеть надо твои прекрасные глаза. А где у вас тут посуду моют? Вон там. Только зачем вы носите? И без вас уберут. Вы что, бабушка? Не видишь? Это наша работа. Давай я тебе посуду. Не надо, не надо, не надо. Хочешь, я тебе бульбочки начищу? И бульбу чистить не надо. Мы сами почистим. Нам за это деньги платят. А вы отдыхайте, отдыхайте. Опять в сторонке, а?
Так осмотреться же надо. Да хватит прятаться, к людям иди вместе веселее. Иди, иди, смелее. Люци добрые, такая бульбочка в поле пропадая, а? Студенты не приехали, а дети? Где же им выбрать такое поле? Ай-яй-яй-яй. Да поможем, а? Брат славяне, ведь новенькое дело говорит. И правда. В самом деле, почему бы не размяться? Бой гиподинамии. Вам она не грозит, Никита Семенович. Вы и так все время в движении. Каждый день то в город, то из города. Все равно пойду, раскладываюсь перед каждой картошиной. Даешь картошку. Ребята, радикулиты остаются на месте, все остальные становись. Ребята, пополнение принимайте! Родненький, май биржа кончается. Трудовой энтузиазм. А, Тимофеевна, ну, нарабила ты дело. Иди теперь, директор, на ковер. Зайдите. Заходите. Присаживайтесь. Пожалуйста. Ну так что же, Анна Тимофеевна? Только прибыли, уже хотите нам наши порядки поломать. У нас же режим дня. Завтрак, обед, ужин в определенное время. У нас не трудовой лагерь. Сами вы недавно перенесли микроинфаркт. Вам категорически противопоказан тяжелый труд. Да разве это тяжело? Бульбу копать. У нас есть трудовая терапия, но только в ограниченных дозах. Если у вас опять появится какая-нибудь идея, поговорите сначала с главврачом. А лучше всего отдыхайте вы, как все. Так что же это, сидеть сложа руки, ничего не делать? Ну почему? Работать можно, но с ведома врача у нас есть кружки. Рукоделие, вязание, драматически. А самоуправство категорически запрещается. Генка! Хорошо, что я тебя встретил. А то мне здесь написали ваш адрес. Пока нашел, мотался бы до вечера. Ну как она, гражданка? Еще не женился? Уже. Да ты что? Точно. Может, потомство имеется? Да нет, пока не до того. У меня двойня. Ого, поздравляю. Спасибо.
Живешь у отца, все в том же курятнике. Ну, ты вспомнил. Я ж коттедж взял, 2 этажа. Заливай. Точно. Не веришь? Приезжай, тебя дадут. Ты ж танкист. На трактор сядешь. Я учиться поступаю. Ну и поступай. Я ж тоже учусь на 3-м курсе заочно. На главного агронома готовят. Василич, который год на пенсию просится. Что, и сразу жилье дадут? Тебе сразу. У нас 4 дома заканчивают специально для молодых. Не впишемся мы в сельский пейзаж. Почему? У тебя жена кто? Стюардесса. О! Тогда отставить. Да, угощайся, я вам гостинцев привез. Малиновка? Помнишь, как мы ее зеленую латошили? А твоя бабка крапивой нас за это. Ага. Да, грозная была бабка. Ну как она теперь? Плохо. Что такое? Микроинфаркт у нее был. Пришлось пансионат устроить. Для ветеранов войны. А, бригадир наш. А почему одна скучаешь? Небось, директор пристрожила. Так она со всеми так. Пойдем-ка лучше к нашим. Пойдем, пойдем. Ты уж не сердись на нее. Работа у нее такая. Здоровье наше бережет. Там ребята, я слышал, уху собирались варить. Знакомиться с тобой вечером хотят. У нас тут такой обычай. Эх, по такому поводу не мешало бы по 100 грамм Беловежской. Но наш монастырский устав, к сожалению, запрещает сие. Придется мысленно поднять бокалы за здоровье нашей милейшей Анны Тимофеевны. Ба, товарищ Стрижевский, милости просим на свежую ушицу. А, благодарствую. Благодарствую. Рыбное не употребляю. Извините. Чего это он? Не узнает. Остался бы. И употребил. Что, из твоих крестников? Да, было дело. По моим выводам, с директоров хлебозавода полетел. 3 тонны хлеба в брак отправил. Это как же? Сглумил? Да, подчистую. Боже, боже. Что б за такую войну с человеком сделали? Партизанили, Тимофеевна? Нет. На хозяйстве. У нас зона была партизанская. Ну, мужики все с деревень в лес ушли. А меня председателем колхоза назначили, колхозом. Однако было на 2 деревни. Так берегли ее, так берегли. На себе пахали, барановали. 2 отряда кормили. А как деревни назывались, Тимофеевна? Замостье и Слободка. Это что на Велещине? Ага. А может, знаете? Как не знать? Даже известно, как тебя партизана называли. Егорихой, так ведь? Так мужик мой Егор. А я Егориха. А те 2 отряда из моей бригады. Комиссарил в ней. Знали друг о друге, когда еще. А познакомиться вот только теперь довелось. Ну, здравствуй, Егориха. Родный ты мой. Машка, Машка,
Кость, 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 Кость. Обиделась, что у нас хлеба нет. Эх ты. Ну вот, после прорыва я в действующую попал. В Кёнигсберге воевать закончил. Ну, а потом по свету мотался. Все никак не мог на родные места вернуться. Там же у меня и жену, и мать. Дочь чудом уцелела. Соседи в лес переправили. А я так с тех пор и не женился. Одна она у меня. Скоро должна приехать. Познакомлю. А недавно собрались те, кто уцелел от той блокады. Решили пройти по пути прорыва. Болото все заросло, не такое уже. А вспомнили те места, страшно было идти. Казалось, по костям ступаем. На. И Егорка ж мой там остался. На моих руках и помер. Да уже пораненный был. Под березкой его и похоронила. А когда кончилась блокада, ушли немцы. Прибежала я на то место. А там... А там ни той березки, ни Егорушки. Воронка. Бомба взорвалась. Ну, после войны на горушке за деревней посадила я березку. И хожу к ней, как к могилке. Посижу, поплачу. Как будто с Егоркой поговорю. Вот. Бабы, у которых мужья не вернулись с фронта, тоже, значит, начали березки рядом сажать. Вот. Ну и получилось. Целая рощица у нас. Иду! Сейчас. Здравствуйте. Здрасте. Должно быть Гена. Да. Горецкий Никита Семенович. Я из пансионата. Вот зашел к вам привет от бабушки передать. А-а-а. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Извините, разбудил да вас. Нет, нет, ничего. Уже пора. Это я ночью зубрил экзамен сегодня. О-о-о. Вы, пожалуйста, располагайтесь поудобнее. Я мигом сполоснусь, чайку попьем. Никита Семенович! Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Вы извините, у нас тут беспорядок, едим по столовым. Ничего, ничего. Не беспокойтесь, я сыт. Что сдаете? Математику. А куда поступаете? В политехнический. На вечерний. Автотракторный факультет. И я в политехнический в свое время хотел. Только... На строительный. Помню, вот так же по ночам сидел, зубрил, зубрил, трясся. Первый раз поступал 44 года тому назад. И с первого раза завалили? Нет, война. А. Ну, так как там, бабуля? Нормально устроилась? Устроилась хорошо. Но скучает. Ну ничего, привыкнет. Главное, ей там лучше. А здесь ей плохо было? Ну, как же. У нее же сердце. Уход нужен. А у нас кому за ней следить? Отец все время по командировкам. Мать на работе с утра до ночи.
Я на заводе. Учиться вот поступаю. А жена так она и вовсе. Стюардесса. Да, действительно. А как ты думаешь, Гена, бабушке твоей легче было отца твоего растить? Одной. В голодное время. Выучить. На ноги поставить. Нет, наверное. Но вы же сами сказали, что ей там хорошо. Ты бы хоть навестил ее? Конечно. Вот только сдам экзамен, обязательно приеду. Ну что ж, спасибо за чай. Может, еще чашечку? Да нет, пойду. Я ведь тоже к визиту готовлюсь. Вот. Дочь с семьей приезжает на весь отпуск. Все бы отдал, чтобы быть поближе к ним. А что же мешает? Зять на севере служит, а мне там нельзя. Мотор уже не тот. Ну что ж, пойду. Не пуха тебе. Спасибо. Надо гулять к черту. К черту. Спасибо, что зашли. Будь здоров. До свидания. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Никита Семенович не приходил? Пока нет. Говорят, что заболел. Пойду гляну, что с ним. Войдите. Никак захворал. Ночью прижало немного. Проходит уже. Врача позову. Нет, 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 нет. В город не пустит. Подай лучше капли. И куда ты поедешь такой? Надо. Дочь прилетает. Вчера получил телеграмму. Разволновался чего-то. И так каждый раз перед их приездом. Дочь знает об этом и боится ехать. Сейчас лучше. Ты иди. Я с тобой поеду, коли так. Ну, тогда собирайся. Я мигом. Хорошо. Бабушка! Бабушка, тебе же нельзя. Ой, Геночка, ноги как-то с вами понесли. Ну вот, что с тобой? Горе у нас, Гена, горе. Thank you.
Ну? Степа вернулся. На днях должен приехать. А со Светочкой как у вас? Живете, ладно? Редко видимся. Пропадает в небесах. Ой, детки. Жалейте один одного. Ей ведь тоже тяжело. Гляди. Из нашего сада. Стас привез. А зачем мне столько? Зачем? Ели бы сами. Бери. Приветов тебе целая куча. От всей деревни. Спрашивают, как ты тут? Скучают без тебя. Не продохнуть. Что с тобой? Не заболел? Нормально. Ну, как тут у вас? Генка поступил. Молодец. А как мать? Гена у нее недавно был, я сегодня собиралась. Вместе поедем. Конечно. Привет, гвардеец. Говорят, тебя можно поздравить. Как бабушка? Нормально. Что значит нормально? Ты у нее хоть 5 минут-то посидел? Посидел. Ты голоден? Вообще-то съел бы чего-нибудь. Как там у нее кормят? О, кормят хорошо. Врачи, уход. Да? Здрасте. Нет. Как вчера? Да вы что? И вы только сегодня об этом сообщаете? У вас что, такой метод работы? В вашей конторе? Спасибо. Что случилось? Что ты кричишь? Где мать? Мать в пансионате. Так. Да что случилось? Ты можешь объяснить? Нет ее там. Еще вчера хватились, но подумали, что поехала домой. Спасибо. Позаботились о матери. А что ты? Что ты на меня так смотришь? Насколько я помню, ты сам был не против пансионата. А мы все были не против сбагрить мать на чужие плечи и успокоиться. А что, надо было бросить работу, выгнать детей из дома, так что ли? А я бы на их месте сам ушел. Да ты опомнись, куда? В жизнь, чтобы понять, чем она пахнет. Да. Светланы нет. Дома. Ну? Здравствуйте, Степан Георгиевич. Здрасте. Да, иду. Ты куда? В жизнь. Догони ее. Я в пансионат. Все узнаю на месте.
Ждите звонка. Thank you.